Мир вам, дорогие мои братья и сестры, я пастор Леонид. Мы продолжаем наши лекции. Прежде чем продолжить, я помолюсь. Бог Отец, спасибо Тебе, что и сегодня Ты даешь мне возможность говорить, провозглашать Евангелие. Благослови меня, Господь, освяти уста мои Духом Святым. Ты через меня говори, детям Твоим. А тем, кто слушает, Господи, открой их сердца, чтобы они удовлетворили свою жажду по Евангелию. Молю Тебя и прошу во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. В прошлый раз я остановился на том, какова причина, почему Бог дал нам Евангелие. Евангелие от Иоанна, глава 3, 16 стих. «Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Почему Бог это сделал? Потому что Он возлюбил нас. Мотивацией, причиной его действия являлась любовь к нам. Дорогие мои, мы как разумные существа, мотивацией нашей действия добровольной может быть какая-то причина, почему мы все это делаем. Если животные что-то делают, то они делают под влиянием приказа или их бьют плетью, и поэтому заставляет их делать. Разумное же существо, оно начинает действовать тогда только, когда есть мотивация, какая-то причина. Давайте взглянем на некоторые мотивации, на некоторые причины, которые заставляют действовать разумное существо. Первое – это страх. Буквально означает что-то, что мотивирует объект через страх действовать эффективно. Ну, для примера, возьмем армию. Вот в армии находится молодой человек, и сейчас тревога звучит, утренний подъем. Ему надо вставать рано утром. И он быстренько встает, одевается. Если он находится на учебном, тренировочном, скажем, сборе, то он боится, что если вовремя не встанет, то его накажут за это, в карцер посадят. Он должен вовремя встать в строй. Из-за страха, страх заставляет его действовать. Но если этот молодой человек, он уже вернется из армии домой, мама ему с утра говорит: «Сынок, вставай, уже поздно, уже солнце встало, надо вставать». А он не встает, а лежит, нежится в постели. Почему? Потому что мотивация, страх, которая была в армии, теперь нету. Дорогие мои, страх – это хорошая мотивация. И под влиянием страха, если человек что-то услышал и боится, то это заставляет его действовать, принимать какие-то действия. Но эта мотивация, она, недостаток этой мотивации в том, что вот она извне приходит. И когда этот страх уходит, или предмет моего страха уходит, и я нахожусь в других обстоятельствах, то я уже не действую. И вторая мотивация, вторая причина, по которому действует, вернее, заставляет действовать разумное существо, это есть обязанность, ответственность. Вот такой пример. Представим себе, что вы дежурный в классе, в школе. И поэтому в этот день вы убираете класс. У вас ответственность. Это заставляет вас убирать класс. Да. Или в церкви вы пианист, или участник хора, или группы восхваления. Вы приходите в церковь, посещаете церковь, потому что на вас ответственность. Вы исполняете свою обязанность. Вы обещали. Вы ответственны. Вот представьте себе также, что утренние молитвы. Многие приходят на утренние молитвы. Но думаете ли вы, что все они приходят из-за того, чтобы встретиться с Богом? Ну, я думаю, что нет. Многие приходят из-за того, что они обещали, что вот надо приходить. Но вот если им дать такую возможность добровольно, можете приходить, но если у вас есть какие-то срочные дела, вы можете не приходить. Будут ли эти люди приходить? Дорогие мои, обязанность, она сильная мотивация. И многие люди из-за этой ответственности приходят в церковь, служат, двигаются. Вот я про себя скажу тоже, как я пастор. У нас есть утренние молитвы. И когда я нахожусь здесь, в Нью-Йорке, каждое утро я прихожу в церковь, провожу утренние молитвы. Пришел один человек, двое, 10-15 человек. Для меня не имеет разницы. Я должен приходить. Почему? Потому что я ответственный. Я веду эти утренние молитвы. Когда я уезжаю куда-то
миссионерское путешествие, неделю там. На мне нету этой ответственности. Я вам честно признаюсь, что иногда я не молюсь, потому что уже эта ответственность снята с меня. Дорогие мои, вот обязанность – это, конечно, хорошая мотивация, но и обязанность, и страх – это такие мотивации, которые заставляют действовать разумное существо из-за чего-то. И эти обстоятельства, эти вещи, они приходят извне. Но если их убрать, то человек, он опять становится таким же, каким был прежде. И третья мотивация – это любовь. Дорогие мои, это сильная мотивация. Любовь, она исходит изнутри. Это мотивация, которая исходит изнутри моего сердца. Цель и мотивации – это просто любовь. Это не объяснить. Там нету какой-то причины, что если я буду это делать, я что-то получу за это. Это чистая мотивация. Я люблю, но ничего из этого не получилось. Многие люди так говорят. Значит, у них любовь, она была какая-то корыстной. Это не чистая любовь. Чистая любовь, дорогие мои, давайте возьмем для примера любовь родителей. Мы все говорим, что в мире самая чистая любовь – это любовь родителей. Родители, они любят детей, они живут для них. Они любят их всем сердцем. Вы когда-нибудь слышали рассказ о том, что вот родители, они жалуются кому-то, своим знакомым, близким, друзьям, и говорят такие слова, что вот я так любила своих детей, так много для них сделала, но не получаю от них ответа. Нет, я никогда не слышал, и вы, наверное, не слышали вот таких рассказов. Наоборот, у родителей на сердце то, что вот они до самой смерти, у них такая мысль. Они жалеют и говорят, что с сожалением уходят потому, что они не могли что-то еще больше сделать для своих детей, что-то еще больше им дать. Вот это есть родительская любовь. Дорогие мои, в этом случае любовь есть наиболее чистая и смысловая мотивация. И поэтому, какие бы ни были внешние обстоятельства, они не могут повлиять, не могут пошатнуть. Наиболее сильная и целостная мотивация – это есть любовь. Давайте прочитаем книгу «Песнь песней», глава 8, 6, 7 стих. «Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность. Стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением». Дорогие мои, вот это вот чистая любовь, это есть любовь. Божие истинное намерение и мотивация по отношению к нам, ко мне и к вам, дорогие мои братья и сестры, это есть любовь. И поэтому она есть наиболее полная и безопасная. Нет ничего более ценного и безопасного, чем верить в это. Прошу вас верить в это, что Евангелие нам дано, потому что Бог возлюбил нас. И Бог дал нам Своего Единородного Сына Иисуса Христа, потому что возлюбил нас. Она не может быть такой, что она кончается. Божья любовь, она никогда не кончается. Она началась с сотворения человека. Он показал эту любовь на Голгофском кресте, и эта любовь, она продолжается и сейчас. Даже если все вещи мира исчезнут, вещь, которая не будет изменяться, есть любовь. И когда мы осознаем и ощущаем такую любовь, мы радостны, дорогие мои братья и сестры. И Бог показал нам эту любовь на Голгофском кресте. Не только показал, продолжает любить нас. Дорогие мои, кто осознает эту любовь, и в том человеке, в ком находится Бог в сердце, эта любовь наполняет его, переполняет его. Эта любовь дает ему радость, дает силы. Бог есть любовь. Я радостен от этого. И я благословляю, чтобы такая же любовь была у всех у нас, тех, кто сейчас сидит и слушает это Евангелие. Евангелие было дано нам, потому что Бог возлюбил нас. Я помолюсь. Бог Отец, спасибо Тебе
Твое истинное намерение – это была любовь. Господи, благослови и помоги нам, Господь, чтобы через Евангелие мы осознали эту истинную любовь к нам, Боже. Господь, чтобы и мы точно так же относились с любовью к Тебе, Господи, так как Ты отнесся к нам. Но на самом деле, как мы относимся к Твоей любви, Господи? О, Господь, мы просто пренебрегаем Твоей любовью, Господи. У нас есть что-то, что мы больше любим Тебя. Прости нас, Господь. Господь, утверди нас в вере Божьей. И за это время, когда мы стоим перед Евангелием, чтобы Твоя любовь, Господи, она наполняла наше сердце. Благослови нас так. Молим и просим Тебя во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.